Оренбургские нефтяники получали почетную награду больше 10 раз. «Оренбургнефть» входит в золотой состав конкурса. Подобные компании без преувеличения называют деловой элитой области. И в сложные кризисные годы нефтяники только подтверждают – престижные регалии, полученные не зря. Предприятие топливно-энергетического комплекса занимает ведущие места, несмотря на экономические условия, противодействия, санкции. «Оренбургнефть» активно участвует в решении социальных проектов в территориях присутствия. Конечно, чтобы поддерживать целые районы и города, компания в первую очередь должна поддерживать собственные производственные показатели. Для этого в «Оренбургнефть» разработали целую программу, которая позволяет показывать достойную добычу. Реализуется ряд мероприятий, которые позволяют организовывать эффективное производство. К этим мероприятиям относится это ввод новых технологий, применение новой техники, использование новых методов в производстве, работ и общекорпоративные системы управления рисками. И самое главное, какой бы ни была цена на черное золото, нефтяники продолжают поддерживать наш регион. Только в прошлом году оренбургские предприятия компании «Роснефть» заплатили в бюджет больше 20 миллиардов налогов. Это 27% всего областного бюджета. Всегда нефтяники были одними из самых крупных налогоплательщиков. Самые крупные налогоплательщики. Эксперты говорят, стать лидером экономики очень сложно. К примеру, в этом году на престижную статуэтку претендовали 1500 компаний. А награды получили лишь немногие. Так что победители конкурса по праву могут собой гордиться. Хочется сказать, что вот эта награда, лидер экономики, наверное, основываясь на этих цифрах, по праву остается «Оренбургнефть». Елена Кузнецова, Станислав Доминов. Наше время.